тебе надо на землю ставить. Какие еще инструкции? И давай вон чуть туда. Руку бери. Вот так. Нормально провис? Все, еще раз руки кармином съем. Прыгай вон туда, от моста. Громко скажи, как тебя зовут. Иван. Так подожди, а прыгать как? Задом? Нет, можешь передом. По-хорошему лучше взять вот так вот веревочку и боком вот так вот прыгать. Тогда будет более мягкий подход. Блять, может ну его нахер? Не, боюсь, пиздец. Так в этом-то и фишка, ты же за этим пришел сюда. Дом-то не страшно на диване, но неинтересно, согласен. Нахуй нет, я не могу, я боюсь. Может, давай, давай. Давай на отбой, а? Я боюсь, пиздец! Хочешь, я посчитаю? Нет, давай отбой. Нет, я не могу. Давай, тут всего лишь 25 метров. Я не могу, все, я пиздец. Я очкую. Нет, нахуй. Все, отбой, я не могу. Мне страшно, пиздец. Взнос не возвращаем. Блять, аргумент. Давай, блядь. Поэтому прыгай. Не прыгай, чем перелазить обратно. Давай. Давай. Молодец. Да хуй с этим скосарем, блядь. Не могу я. Давай, давай. Будешь чем гордиться сегодня вечером. Придешь домой, сядешь за стол, будет классно. Надо совершать маленький подвиг. Стрелять!